Так, Светлана пишет: Юль, добрый день. Вы крутая, в хорошем смысле слова, спасибо. Случайно наткнулась на вас и теперь прям смотрю в любую минутку. Вот говорю, надо снимать прям каждый день, не забывать. Для себя что-то прям подчерпнуло. У меня два вопроса. Значит, первое. Ребенку 2,8 ставит задержку речевого развития. Родился в 36 недель. Естественные роды, Абгар 8,9, развивается по возрасту. Говорит простые слова из двух слогов. Мам, пап, ням-ням, топ-топ, пока. Предложение состоит из двух слов. Например, мам, топ-топ. Это мам, пошли. Занимаемся развивашкой, ему на карточке показываю и объясняла с 6 месяцев. Ходили на Монтессори. Ребенок очень добрый, контактный, пассивный запас большой. Сверстники уже все болтают, и многие начинают утомлять и давать советы, что я с ним не занимаюсь. А я пока упорно жду, стоит ли бить тревогу, нужно ли к логопеду или до 3 лет подождать. Так, 2,8. Ну, уже много. Уже много. Ну, смотрите, вот я много раз уже говорила, что если какие-то были нюансы в родах, если что-то хоть чуть-чуть было не так, как по книгам, да, по классике, всегда это бьет почему-то по речевому центру. Бывает, что еще по глазам, но, как правило, это речевой центр. Вот у вас он, в общем-то, и проявился, да, вот пораньше вы родились немного, по шкале 8-9, а не 9-10. Ну, слушайте, знаете, что бы я сделала? На развивашке ходили, это мы делали, на Монтессори ходили, словарный запас большой. Слушайте, значит, если вы чувствуете, что у вас каждую неделю прям активно прибавляется по паре тройки слов, а может быть и 10, то давайте сидеть и ждать. У меня тоже в практике есть такие дети, активно прибавляются. Даже представляете, вот этот, как его, Севка-то наш, Наташкин. Он же уже читать научился, а до сих пор звуки выговаривает криво-косо. Да, вот с речью там были, да, проблемы, тоже со асфиксией была проблема. Но человек уже даже, ему почти 4, научился уже читать, уже каждую букву называет по-своему, но понимает, что он читает, и все правильно читает. Не цапка он читает, но он прочитает цапка, но он понимает, что это шапка. Вот, я к чему? Ну, бывает, да, задержка речи из-за того, что у ребенка были какие-то неполадки, скажем так, в родах, но это дало только по речи, но остальное все сохранно. Если вы считаете, что у вас остальное все сохранно, абсолютно, и речь, вы видите, что прибавляется, а не стоит на месте, и у ребенка другой интеллект, например, мышление, восприятие, память никак не пострадала, а работают на уровне, ну, может быть, можно до 3 еще подождать. Но для своего успокоения, если вы начинаете нервничать, но можно сходить к неврологу, посмотреть общий анализ крови, доплер сосудов сделать, шею посмотреть, не зажато ли там что-то. Может быть, достаточно сейчас наладить кровоток, который в шее, допустим, зажат, ну, как правило, это бывает, наладить кровоток, и сразу же у вас польется что-то. Если вы позанимаетесь с логопедом, ничего страшного не будет, если вот если у вас лишние деньги, делать у нас это не дешевое, если вы позанимаетесь с логопедом, это тоже усилит, скачок какой-то сделать, потому что она все-таки разомнет ему вот этот вот речевой аппарат, какие-то специальные задания поделать, занятия. А еще прям мне вот совсем очень нравится у Лынской вот эти вот сенсорные все-таки вот это вот... Опять я забыла. Че я туплю-то сегодня? Жень, вот мне у Лынской все-таки нравится сенсорная интеграция. Значит, не только через речь, слух, зрение, тактильные ощущения, нюх и так далее, вот эти вот нам известные сенсорные анализаторы, но еще через ощущение всего тела, что ребенку нужно крутиться, качаться активно, что ему нужно во что-то прятаться в домике, во что-то побиться, обязательно поколотиться всем телом, обо что-то такое тактильное поерзать, в горохе поваляться, об что-то скользкое, мокрое. То есть даже через все тело абсолютно, через всю кожу, через все мышцы у нас идет восприятие мира, и это тоже заряжает очень сильно и дает скачок в речи. Вот она мне чем, Алексу, хоть она не понравилась, помнишь, у нас подписчик Алекс был недоволен Лынской, но вот я этому здесь у нее научилась, что многие еще анализаторы мы не задействовали, которые помогают запустить тоже речь. Вот если у вас в городе есть какие-то такие вот подобные занятия, было бы здорово. Ну, в общем, если вы нервничаете, переживаете, можно исходить. Вот логопед или вот эти вот обследования, или, может, какой-то когитум. Когитумы, да-да-да, Кать давали, да, они по-любому дают скачок, если вы спешите. Но если вы видите активный все-таки прибавка, каждую неделю прибавка в словарном запасе, в активном словарном запасе, не в пассивном, а в активном, ну, посидите, подождите еще. Так, и второй вопрос. Ребенок просится писать и как из двух и двух
с 2 лет 2 месяцев. Писал сначала на горшок, сам выливал, в 2,5 писает на унитаз, на улице просится, какать просится, и заранее предупреждать, но делать это всегда в подгузник. Один раз заманил на унитаз, немножечко покакал, остальное все время делать подгузник. Но говоря какать на горшок, начинает плакать и несет подгузник. Ну, плачет, видите, расстраивается. Давайте не будем травмировать. Также ночью, значит, писать не просится, надевая подгузник, может написать и проспать в луже. Как-то надевая подгузник, проспать в луже. Иногда спит всю ночь и не писается вообще. Стоит ли что это предпринимать? Я думаю, что если вы сейчас вот начнете давить на какательную вот эту сферу, а видите, он как у вас тяжело это воспринимает, плакать даже начинает, то я думаю, что вы здесь усугубите. Мне кажется, сейчас прям еще чуть-чуть, и ближе к 3 вы справитесь, он сам справится с этим каканьем. Давайте не будем ругать, не будем читать лекции, не будем, приходя с работы, сразу же открывать дверь и спрашивать, ты покакал сам на горшок или не покакал, да? Снимем табу вот с этой темы и дайте ребенку самостоятельно это все сделать. Вот совсем недавно мама тут написала прям вообще классно, говорит, я вообще не парюсь, поели, не поели, доели, не доели, покакал, не покакал, и это все само год, у нас 1,5 года произошло. Видите, вот мама пишет, когда они не парятся, не делают из-за этого какую-то проблему, из-за этого прям не делают, ах, то у детей все само получается. Отпустите, ну что, памперсов жалко, ну папка же работает наверняка на памперсы, не, надевайте. Надевайте, пусть психика лучше будет спокойна, а к 3 годам вам тут осталось 4 месяца, я думаю, сейчас все это произойдет само. Вот. И на ночь тоже надевать, что ж ему там попу-то морозить, ночью спать в лужу, и вы так спокойнее спать будете. Так, все, Светлане ответили.